Привет, друзья. Отвечу на вопрос многих, где делся. Работы по загланды, поэтому немножко заняты. Настольные прививки в полном входе. Первая наша загрузка уже готова к закалке. Мы уже к ней приступили. Хочу остановиться на таком вопросе, сколько длится стратификация. Стратификация привитых саженцев винограда. Вот мы провели прививочку. И, соответственно, закладываем их в стратификатор. И проводим стратификацию. Мы проводим на поролоне. Вот в таких боксах. Я их уже показывал. В один бокс влазит от 400 до 800 штук. В зависимости, естественно, от диаметра черенка. Что касается сроков проведения вот этого вот самого стратификации, то здесь, ребята, все зависит, я уже как-то говорил, от того, в какое время происходит. Чем больше период черенок хранится, тем быстрее проходит процесс стратификации, либо же кельчевания, да, если это у нас кельчеватор, для добивания развития корней. В данном случае, если вы будете проводить в феврале прививку настольную, то там 3-4 недели происходит стратификация, опять же, в оптимальных условиях. Мы проводим с середины апреля прививку. Вот сегодня 25 апреля. Поздравляю вас с вербным воскресеньем. На сегодняшний момент вот этим прививкам ровно 14 дней. На сегодняшний момент я прекращаю стратификацию, и мы начинаем так называемую стадию уже при непосредственно закалке. Вот такой вот пример. Вот спаечка круговая. Тронулся побег. Плохо ослепленный череночек. И вот здесь вот уже зачатки корешков. 14 дней с того момента, как мы их поставили на стратификацию. Можно много примеров взять, надергать. Вот, пожалуйста. Здесь корешков еще пока не наблюдаем, но четко видно уже спаечку. Круговую. Побег. И обращайте внимание, побег немножко, вот если на него попадает конденсат, начинает загнивать. Нехорошо, поэтому в эту стадию необходимо 2-3 раза проветривать за смену, ну, за день, для того, чтобы максимально добиться того, чтобы черенки не подгнивали. Да, мы обрабатываем еще хинозолом, но вот какое-то элементарное проветривание помогает бороться. Что касается режима стратификации, друзья, 5 дней после закладки мы держим температуру 30, потом снижаем на 28, держим еще дня 4-28, остатки времени мы уже проводим при температуре в 26 градусов. Все замечательно, все хорошо. Теперь в закалку я температуру понижу до 22-20-22 и влажность буду понижать тоже где-то процентов на 70. Непосредственно, допустим, в прошлые годы я работал, просто парафинировал и сразу высадка в поле. На сегодняшний момент, ну, температура мне не позволяет это сделать, поэтому сейчас мы проведем непосредственно выборку. Выбракуем там, где нет у нас круговой спайки, либо еще какие-то нюансы, бывает, что и глазочек не очень. И после этого проведем, будем продолжать уже дальше закалку на свету и будем ждать, когда у нас пойдут непосредственно положительную температуру, чтобы можно было это дело все высветить. Вот смотрите, какой хороший калус, побег. Ну, чтобы его не потерять, будем закаливать. Кстати, друзья, вот в этот период, когда уже активно идет вегетация, надо четко следить за уровнем воды в банках. Там буквально так, пару миллиметров над уровнем поролона мы делаем. Потому что сейчас и активно начинает уже и корневая работать, и все остальное. Так что вот так это выглядит на сегодняшний момент у нас. Что-то хорошо пошло, что-то не очень. Но бывает. Будем делать выборку. Сорта опять же отличаются друг от друга. Некоторые мы только-только заложили. Они у нас только стартуют. Вот так это выглядит. В этой полусфере, как я ее называю, у нас 10 тысяч черенков. Ну, пока тот ряд возле стенки первый, разница ровно в сутки. Пока все, друзья, будут вопросы, задавайте, будем отвечать. Всем мира и добра, друзья, до новых встреч.